Доброго времени суток всем, добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных. Привет, твори добро, Наталья. Сегодня у нас такой небольшой выпуск с просьбой помочь нам собрать денежек на питание. Я прислушивалась к вам, к вашим комментариям, чтобы раз в неделю, да, как бы выпускать ролики и просить действительно на питание, потому что на питание мы просим очень-очень редко, но у нас очень много боли, очень много травмированных животных, и вы никогда не проходите мимо. Спасибо вам огромное, спасибо, кто откликнулся на Максима. Вот, держим кулачки. И вообще спасибо вам за то, что вы со мной. Я не устаю повторять, я бескрайне вас ценю, благодарю за все то, что вы делаете, за то, что вы помогаете, за то, что вы вместе со мной спасаете, и что вам не безразлично действительно даже тяжелых больных судьба собачек, и вы верите. Спасибо вам искренне огромное, большое-большое от меня, от всех, от всей нашей команды и от всех наших пушистиков. Спасибо, что с нами. Ваша помощь, она, как я всегда говорю, бесценна. Только благодаря вам мы спасаем и делаем этот мир чище. Вы писали комментарий, да, что раз в неделю хотя бы надо действительно собирать на питание, потому что на питание я собираю очень-очень редко из-за большого количества, еще раз повторюсь, потока больных животных. Но теперь я прислушалась к вам и по мере возможности, конечно, буду просить, потому что после Нового года, как я ранее говорила, все очень сильно подорожало. Если раньше у меня в день уходило по 4000 на питание, сейчас это район 6-7 тысяч. Это вместе с бездомными животными, которых, к сожалению, осталось меньше после отравления города. Город вытравили практически весь, и собаки, которые ушли из города, почуяв опасность, все равно они есть, мы их кормим. У нас сейчас к приюту приблудилось 8 собачек, 2 из них безумно худые, не уходят, мы их тоже кормим, не обижаем. Поэтому, кто математически посчитает, да, что день это в среднем 6-7 тысяч, это месяц получается достаточно большая сумма. Но у нас натуральное питание, потому что я всегда говорю, если корма, то только хорошего премиум-класса, но их мы не осилим, это будет дороже в десятки раз. Поэтому оптимально у нас курочка вареная, когда сырая, и говяжьи косточки. Вот. Еще, конечно, тяжело сейчас летом, да, тяжело, все отдыхают. Удачного, конечно, всем провести лето. Удачно отдохнуть, всем главное здоровье. Будьте здоровы обязательно, потому что ничто в жизни так не ценно, как наше здоровье. Остальное все это пыль, девочки. Поэтому здоровья вам всем желаю. И, как всегда, обращаюсь к вам с такой помощью, ну, с такой просьбой помочь нам собрать денежек на питание, чтобы нам дожить до конца месяца. Спасибо огромное всем тем, кто, еще раз повторюсь, откликнулся на Максима. Женщине спасибо, кто откликнулся на Гришу, взяли кураторство на Гришу себе. Вот. Еще хочу сказать тебе, почему финансово в этом месяце сложно, потому что теперь у нас передержка составляет 44 тысячи, и сейчас я отправляю Клёпу. К сожалению, Клёпу выбирала у меня подписчица с Израиля, но куда-то человек просто пропал. Ну, как будто испарился в воздухе, и я ее за это не осуждаю. Вот, и поэтому Клёпа тоже сейчас у нас поедет на передержку. Поэтому теперь общая сумма передержек будет у нас 50 тысяч. И, к сожалению, на передержку я собрала всего 17. Поэтому, чтобы оплатить передержку, мне пришлось воспользоваться финансовыми средствами, которые я собирала на Максима. Это так, вот вам для информации, чтобы вы верили. Вот, как-то я сделаю ролик, наверное, со скриншотами оплаты клиники обязательно, чтобы вы понимали,
что все ваши средства уходят по назначению именно животных. Поэтому объявляю опять 2 дня вторника. 50-100 рублей ваши помогут нам продержаться, выжить и питаться. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро», Наталья.